Расширение мер поддержки отрасли туриндустрии, введение новых объектов, развитие туристской инфраструктуры. Об этом и не только шла речь на рабочей встрече в рамках проекта «Вкус Верхневолжья». Об этом рассказывает наш корреспондент. Проект «Вкус Верхневолжья» был инициирован Ассоциацией туризма Тверской области. В него входят предприятия Тверского региона, объекты питания и средства размещения. Самое главное в этом проекте – понять вообще, что такое Верхневолжье, какую позицию мы в масштабах России занимаем, в чем наша уникальность. Так уникальность региона показывает мелькомбинат – крупнейшее в России зернопрерабатывающее производство, которое берет свое начало аж 1879 года, когда на берегу Волги торговый дом братьев Коняевых начал строительство первой в России паровой крупчато-мукомольной мельницы. Наше предприятие обладает уникальной способностью и возможностью производить не только группу В, но и группу А. То есть это у нас макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, которые благоприятно воздействуют не только на микрофлору кишечника, но и способствуют общему оздоровлению организма. В том плане, что вы не потолстеете, употребляя макаронные изделия группы А, что очень важно и востребовано современным потребителям. В 2021 году турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам, в 2022 году цифра превысит 2,6 миллиона. Особое внимание гости региона уделяют, конечно, гастрономическому туризму. Мы будем формировать также корзинку туриста. Будем смотреть, что мы туда положим. Я думаю, что в конечном итоге, через год у нас корзинка это будет гораздо объемнее и весомее. За счет того, что у нас будет ассортимент больше и количество участников увеличится. Среди ключевых трендов туристического сезона 2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии, экотуризму, запрос на домашние отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха. Эти и многие другие тренды активно поддерживают и правительство Тверской области, обеспечивая всеми необходимыми ресурсами. Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные. Тверская область заявляет о себе на всероссийском уровне. В 2021 году регион вошел в межрегиональный проект «Большое золотое кольцо». Статус национального туристского маршрута присвоен проектом «Государева дорога» и в Тверскую область по велению души. В дальнейшем планируется брендировать маршрут «Верхняя Волга» и другие знаковые направления.